Первая картина Андрея Тарковского, снятая за пределами России. Ностальгия – это больше, чем кино. Это очень личная история, в которой мысли и чувства главного героя Олега Янковского схожи с состоянием самого режиссера. Сложные отношения с Россией. В ней оставаться нельзя, без нее очень плохо. В этом году фильму исполняется 35 лет. Картину в Иванове в рамках кинофестиваля «Зеркало» представил оператор Джузеппе Ланчи. Смотрели, кто бы мог от фильма «Ностальгия» приехать. И чудесным образом нам очень помогла Алена Шмакова, такой известный киновед и куратор. Она живет в Италии, мы обратились к ней, она была знакома с Джузеппе. И, собственно, мы списались, и он принял наше приглашение. Это огромная честь для фестиваля «Зеркало» и для России, для Ивановской области. Работу с Андреем Тарковским итальянский кинооператор называет своей максимальной удачей. Быть сопричастным его творчеству – действительно подарок судьбы. Это фильм, который мы сделали вместе, и уже прошло 35 лет. Но все равно меня все просят рассказать, объяснить его сущность. И это самое прекрасное из того, что Андрей мне оставил. У меня сохранились контакты с его супругой и с сыном Андрея, который сейчас живет во Флоренции. Сложно ли работать с гением? Конечно. Рассказывают, что на площадке режиссер был невероятно требователен. Он был очень требовательным, очень внимательным ко всем и ко всему, что попадает в кинокамеру. Традиционный приз за вклад в кинематограф «Наследие» Андрея Тарковского на 12-м «Зеркале» получит именно Джузеппе Ланчи. Нам он честно признался, что все эти годы о существовании такого кинофестиваля на российской земле даже не знал. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.